Приветствую зрителей и подписчиков канала Уральская усадьба. Сегодня монтируем теплицу арочная 2М 2.06. Все приготовили, раскидали, разложили. Приступаем. Продолжаем монтаж теплицы арочная 2М. Полностью собрали брус. Обшили торцы, перегородку. Приготовили фарнуги, натянули нитки. Пока поликарбоната сверху нет, нитки делать не так жарко будет. По ходу, по плану. Закончили монтаж теплицы арочная 2М, 2 метра в ширину, длину 6 метров. Сваренная конструкция с профильной оцинкованной трубой 20 на 20. Торцах дверях 20 на 40. Поликарбонат 4 мм. 0,65 плотности. Фундамент теплицы брус 100 на 100 пропитан антисептиком. Соты поликарбоната защищены перфолентой торцевым профилем. Везде уплотнительная резинка, отлив над дверью, ключочек, козыречек, все красиво, надежно. Цельная дверь с обоих торцов. Значит, в теплице установлена перегородка глухая, то есть две секции по 3 метра. Две ниточки системы подвязки, коньковые фарнуги в каждой секции ручного управления. И кости для большей жесткости конструкции диагональные. Вроде 2 метра небольшая, но объемная. Замочки. Дальний торец также. И секции одинаковые получились. Все, подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы, оставляйте комментарии. Всем пока. Thank you.